А теперь к новостям спорта. Восточные единоборства всегда притягивали взгляды миллионов. Спортсменов, которые занимаются этим видом спорта, не меньше. В Вышнем Волочке прошел очередной турнир, собравший на татами лучших в своем деле. Это у нас уже четвертый кубок Тверской области по восточному боевому единоборству «Кабудо». Он уже стал традиционным, проводится у нас здесь в Волочке. Что отрадно, у нас в этот раз уже как полноценные члены нашей федерации ребята из Бологоя приехали, как полноценные ребята из Удомли. Вот, то есть расширяется география на нашей федерации «Кабудо» в Тверской области, присоединяются регионы. Сколько у нас? 200 с лишним человек, около 220 человек у нас заявилось на данное соревнование. Соревнования, в принципе, проходят на достаточно серьезном, высоком уровне. К нам приехали гости из Сергиева Посада, тоже традиционно нас поддерживают на этом турнире и помогают и в судействе, и в организации турнира. Нас любезно пригласила Федерация карате города Вышний Волочок на этот турнир. У нас команда в составе 13 человек, которая довольно-таки успешно сейчас выступает. Вот, прошло 3 поединка, из них 2 первых места у нас. Вот. Но так как это не наш вид спорта, я считаю, это пока у нас неплохие результаты. Скажи, а как ты выступил на турнире? Выступил нормально. 3 боя дрался нормально, все выиграл. А в чем секрет победы? Ну, не знаю. Может быть, у тебя удар какой-то особенный? Ну, удары рукой были сильные, ногой были. Ну и все, вроде. Привел на карате. Сам захотел. А как прошел бой? Занял место? Занял. А какое? Первое. Сложно, но все равно терпимо.